Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков, и в этом сюжете мы расскажем о интересных дизайнерских решениях. Обычно вы ищете их в интернете, на каких-то картинках, но сегодня мы поговорим о так называемых дизайнерских фишках. Итак, начнем с первой интересной оригинальной фишки. Как сделать ваш интерьер ярким и уникальным? Предположим, мы находимся на кухне и хотим сделать кухню какой-то необычной. Самое простое интересное решение – это использовать белый цвет как фон для вашей мебели. Многие сразу зададут вопрос, а как же белый цвет, он такой непрактичный, его нужно мыть. Но на самом деле непрактичный не цвет, непрактичной может быть поверхность. Если вы используете правильные поверхности, то они легко будут отмываться при помощи нужной химии или каких-то других приспособлений. Конечно же, чтобы наша концепция не выглядела слишком пресной и скучной, мы должны позаботиться не просто о цвете фасада. У нас должна быть какая-то интересная фактура. Вот здесь мы имеем текстуру дерева, которая придает определенную выразительность этим элементам. В этом случае на нашем белом фоне эти шкафчики не просто смотрятся темными синими пятнами, они имеют свой характер, и это придает им дополнительный акцент. Если вы решили использовать концепцию белого и синего цвета, ее, безусловно, нужно будет поддержать во всем интерьере. В этом случае ваш интерьер, конечно, будет иметь определенную дизайнерскую фишку, и это явно оценят все ваши гости. Такие строгие концепции, конечно же, должны поддержаны быть во всех деталях. Если мы используем лаконичные цвета, мы должны использовать лаконичный дизайн. Вариант, когда на наших фасадах нет ручек, тоже поддерживает общую идею. Либо мы используем систему открывания двери снизу, либо другую популярную систему push-up, когда дверь открывается легким нажатием. Хотите, расскажу о том, на что вы точно обратили свое внимание? Безусловно, это вот эта белая посуда на фоне темно-синих полок. Конечно же, в этом и заключается игра дизайнера, когда он использует контрастные решения и привлекает ваше внимание вот такими вот дизайнерскими фишками. И напоследок, маленький дизайнерский совет. Если вы боитесь, что ваша кухня на белом фоне темно-синего цвета может смотреться слишком скучной, обязательно добавьте яркие детали, например, вот такие желтые стулья.